Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Hill Climb Racing. Так, забираем сундук с тобой эпический. Зимние шины, стартовый ускоритель, плюс 23 тысячи монет. У нас же новый сезон начался. Так, в плане тут у меня... Я что, ушел и не активировал ни один сундук? Блин, молодец, Рэй. Как всегда, все позабывал. Такс. Команда. Так, сундук вскроем. Так, у нас и тут 60 тысяч. Так, подожди, гонка. Мистер Рэмбо начал искать поиск ответствия. Мистер Рэмбо. Интересно, почему мистер Рэмбо этим занимается, а никто не. А не мой зам. Вот это мне интересно знать. Это что, блин, за выкрутасы такие, а, ребят? Оля. Так, ладно, друзья мои. С этим я как-нибудь потом разберусь. Какие-то новости. Новый патч. Rolling Out. Вообще пока ни о чем мне это не говорит. Знаю, что в данный момент у нас шахты. И будем гонять сейчас в шахтах, друзья мои. Будем гонять в шахтах. Выберу я, наверное, мою ралли на авто. Единственное, что надо будет нам кого-нибудь выбрать. Да, можно было бы и такого оставить, в принципе. Блин, Билл, ты постоянно мне выпадаешь. Достал ты уже. Ну, во. Пускай вот так вот будет. Морковку только заменить. На что только заменить ее? Бородатая баба. Давай вот на карту. Ну что, друзья мои, погнал я, короче. Рок-н-ролл в шахтах. Блин, рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что... Куда? Что ты делаешь? Вот ты баран, Рэй, ё-моё. Прикиньте, друзья мои, я потерял чувствительность к игре. Да. О, байкер, я тебя поздравляю с первым мясом. Первое место вообще-то было у меня, потому что я размазался в самой первой гонке. Ну что еще? Хорош там глючить начинает мне. Так, ребят, ну нам нужно в любом случае попытаться... Попытаться, блин, получить первое место второй раз. Ага, получишь ты. Второе и первое место. Давай, бери! Есть. Пейпер ниндзя, ребята. Опа, ну понятное дело, что ему тут... Ой... Да ладно, он еще и проехал, как, я не знаю, чудом, но первое место его занял я. Как он, блин, это сделал, я не знаю, я бы там, наверное, размазался в труху. Но моя ботанка, ребят, здесь выиграла. Ну что, едем дальше. Зеленый кубок. Зеленый кубок, мне кажется, можно, ребят, попробовать и на супердизеле покататься. Кстати, мы же денег вроде бы немножко заработали, можно будет чуть-чуть прокачать там, что мы там качаем-то будет? А качаем мы с тобой Muscle Car, насколько я помню. Оу! Твою налево, я думал, сейчас капсдарики перевернемся. Вот бы крылья, мне вот такое ощущение, что крылья надо супердизелю. А если бы не доехал бы, что было бы? Прикинь, такой на финише сделал кульбит, ёб красоте. И, кстати, я не посмотрел еще, что за ежедневное задание сегодня у нас. Ой, ребят, ну что-то вообще как-то.
На ровном месте. Байкер просто, ребят, на ровном месте плюнулся. Я думал, что он меня сделает. Но не сделал он ничего. Блин, автоном, ребят. Это автономно, кстати, это очень плохо. Это значит, что связь с интернетом потеряна, и эта гонка может просто мне не засчитаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствуешь такие вот подлагивания? Это, наверное, интернет, ребята, пропадает. Мне такое складывается ощущение. Но все равно я первый. Кстати, бесплатный сундук. Что-то его не забрал. Замешинный ускоритель дым. Задания-то у нас какие? Выиграть 5 гонок, маневр на мотоцикле и маневр просто 400 метров. Выиграть 5 гонок на тракторе. Интересно, это реально? Ну, можно, в принципе, попробовать на тракторе. Ну, почему бы нет? Так, подожди, вначале я сейчас, ребят... Где у меня маслкар? Слушай, тут по фулке прокачали. Ну, осталось совсем, ребят, чутко. Нагнетатель нам надо будет прокачать 7 уровней. И коробку передач 1 уровень. И, в принципе, все. Значит, на тракторе, да? Вот на нем. Так, вот здесь вот повысим чуть-чуть. И вот тут вот. Ну, давай проверим. На тракторе. Фига он такой попрыгучий. Но не забывай, что у него нет крыши. И, ребят, если он, не дай боже, головой звезданется об любую поверхность, крыши или еще что-нибудь, то, естественно, ему хана. Сразу же. Благо, на болотистых дорогах у нас нету никаких крыш, но он зато может легко вот перевернуться. Что тоже не есть хорошо, ребят. Вот. Смотри, блин, я думал, что все, хана нам. Уже распрощался заочно с ним, но нет. Великолепен. Великолепен. Великолепен мой гонщик или гонщица. Ух, как тебе подкинул это здоровски. Давай, не падай. Ох, как найсово идем. Ауч. Сейчас ускорением, блин. Тиш. Слушай, вообще заргут. И на колесике. Даже в сальтоне, ребята, не повредился мой гонщик. Задание завершено. Я открою здесь коробочку и заберу здесь наши награды. Крылья, ускоритель, фляг. Еще 2 гонки надо, ребят, выиграть. Блин, в глубоководной езде? Нет, там не получится, потому что, ребят, там эти трубы, в этих трубах, сам знаешь, головой удариться и разбиться 3 секунды можно. Поэтому я возьму нашу раллийную автошку. Ну, конечно же, тут маслкары. Ну, конечно, ребят, ну, что тут еще может быть? Ауч! Что? Да отпусти ты пузырь, блин! Твою вот специально, ребята. Я думал, что я там перевернулся, и все, я отпустил, как говорится, управление. А он, оказывается, на колесике встал обратно. Прикинь? Ай! Последний. Да. Так тупо прокатился, если честно, ребят. Я просто забыл ту трассу. Вот. Готов, хлопчик. Так ему и надо. Щи глаза, да это разбился. Щи глаза, да это разбился. А мы с тобой вообще на изи шпарим.
крыша отлетела к чертовой бабушке. Ладно, ребят, не расслабляемся. Только вторая гонка была. Я вспомнил. Это подводная лодка. У моей машины закидывает передок, ребят. Блин, вот это постоянно притормаживание. Я теряю скорости очень много. Есть. Вообще найсово проехали. Первое место за нами. Какой хороший сундучок. Так, я ненавижу воду. Да вы серьезно, что ли, блин? Только хотел сказать, что воды давно не было. И на тебе, аж две гонки подряд. Блин, еще не легче. Ну едь ты, господи. Он не будет ехать. Сруль Соломонович. У меня, по-моему, там крыши нету, да? Да ладно, нифига себе. Нифига себе, сказал я себе. Выиграл еще здесь, прикиньте, эту гонку. Неожиданно, нежданчик, тебе скажу, для меня. Эй, тут. Ох! Чуть-чуть бы перевернулся бы, ребят, я бы так. Вот это было зря сделано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя тут. Финиш есть. Доехал, доковылял, так скажем, да? На хромой кобыле. Бам! Сейчас валунок! Так и думал, ребята. Было как-то вот такая вот эпопея, когда меня также валуном, ребята, по башке чпок и придавило. Так, зимние шины. Понятно, короче. Нагорный кубок. Что если я нагорный кубок попробую проехать на... на вертушке. Не зря ли я это сделал, а? Господи, еще... Ой! Ну езжай ты! Господи, еле-еле, ребят. Ну, тем не менее, приехали. Фига на этой вертушке. Так, на таких трассах, ну, конечно... Как бы мне это сейчас бы боком не обернулось. Давай, переворачивайся. Опа-на! Пока щеглы там прыгают, папочка залетел и все сделал как надо. Красиво. Тут не поспоришь. Просто они там кульбиты свои делают, а мы опа-на. И все. И на месте. Так, ребят, у нас магнитная цепь. Это фабрика. Я так понимаю, то ли по разборке машин. Куда так высоко? Фью. Так, ребят, курта. Какого лешего? Разобейся. Гаденыш не разбился. Есть. Вырвал у него зубами, ребята, эту победу. Фига, как он там поверху, я не знаю, быстро так пролетел. Я понизу такой скорости, ребят, не развивал. А он там сверху наяривал, начесывал. Это опять там сзади курта едет, или мне кажется? Вау, ну тут вообще на одном дыхании, ребят, прошел. Кто вторым приедет? Хочу просто посмотреть. Курта? Нет, Бэтмен. Курта, как мы видим, приехал третьим. Ну, давай. Посмотрим, что у нас будет дальше.
Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Есть. Какая-то мне показалась короткая трасса. Слишком короткая трасса. Так, кубок застойный. Нам надо на этом, на тракторе, по-моему, еще выиграть пару гонок. Амортизаторы. Хотя, мне кажется, трактору, наверное, не амортизатор, то он и так прыгает. Как, не знаю, как скакун. Этот тоже, кстати, прыгает довольно лихенько. Фигеть, просто по прыгульке. Оу! Аккуратно. Правильно, трактором эти валуны в щепки. Ты для этого и предназначен. Ну, тут, да, тут, конечно, ребята, лопухнулся. Не заработал. Мне нужно 5 гонок, ребят. А мне пока только 3. Куда это там по прыгульке-то еще выскочил? Нормалек. Так, давай, перепрыгивай это все. Барахло. Ну вот. Вот, друзья мои, 4-й. И нам нужно еще. Встал. Ну, главное, не разбился. Встал на ковш, но не разбился. Так. Ребят, с попрыгульками тут. Вот это первое. Первый дизель, который едет. Он, ребят, на попрыгушках. Но, ты видишь, не помогло им. А мы выиграли, ребят, еще и при этом первое место забрали. Тогда я откуда? Ага, не хватает. Эх, и не хватает, не хватает, не хватает. Так, ну что, у нас долина сумрачная там. Сумрачная, короче, долина. Я, наверное, на раллином авто поеду. Я думал взять суперкар в начале. Но мне почему-то кажется, что на раллином авто все-таки. Все-таки не то, что понадежнее и поувереннее, но шансов больше. Ну, на выигрыш, я имею в виду. Шансов чуть-чуть побольше. Так, ну что, давай. Переборщил. Ну, нафига ты в последний момент нажал эту кнопку? Нафига так? Смотри, какая усердная битва у нас всех. Иди ты, козе, в трещину. Все, все, ребят, я первое место здесь занял, забил, забронировал. Тяжелейший. Опять пережал кнопку, ребят. Так, маслкар мы обогнали. Причем как стоячего. Ну, тут уже и финиш. Так, и... А, тут всего 3 гонки. Я думал, что 4. Нет, ребят, 3 гонки. Тут 2000 монет. Тут с тобой сундук получи. Ай, красота. Друзья мои, кубок путешествий. Попробуем на вертухе. Блин, вот кактусы эти вообще не в тему. Ну почему ты не заехал на этот бугор? Вот надо было тебе именно вот так вот, да? Надо было именно краешком задеть. О-о-о! Ну летит ты, паршивец-то. Ну он не летит, ребят. Он просто дурака валяет. Блин, нет, ну... Для путешествий, наверное, вот для здесь, для песка, может быть, она и сгодится. Но для путешествий... Да что она не хочет ехать-то у меня, а?
Марка тут еще какой-то лезет, блин. Ну вот тут хорошо. Вот тут хорошо пролетели. А в городе, кстати, тоже, наверное, ребят, паршивенько мы сдадим. Ну! Доехал с горем пополам, блин. Ай, выкрутасы там делает. Так, у нас кубок, ребят, претендентов. Попробуем. Ой, тихо. И чпок. Твою налево, а. Блин, а ведь была возможность, ребята, занять первое место, если бы я вот этот домик бы проехал бы. Свиноферму эту. Или скатоферму, как ее назвать, даже не знаю. Что такое прыгучий-то? Ну, в яму, бум, забуксовался, потом прыжок только сделал. Ладно, отбили, ребят, первую победу, но это фигня все, нам нужна еще одна победа, если мы хотим с тобой быть красавчиками. Не вздумай только упасть туда. О, нормально, красиво, солидно, шикарно. The best from West. Финиш. Финишим. Отобрали мы первую победу этих ребятушек. Так, воскресный кубок чемпион. Воскресный кубок чемпион. Я даже не знаю, что взять. На баги нет смысла гонять. Воскресный кубок чемпион. Давай попробуем на мотоцикле. И один такой, да, тут умный. Два дурачка, блин. Ну. Ну вот только из-за этого, ребята. Из-за этих, блин, канатных дорог мы профукали. Я, точнее, профукал. Да этот второй байкер тоже там из-за этого же обделался он. Да что ты, блин, ну что за хромоногий, блин, ну... Нет, ребят, был небольшой отрыв, но если бы изначально бы я там не куролесил бы, все было бы топ. Тихо, есть. Давай аккуратненько. Опа. Да не бит. Блин, еще гонка. Обрадовался, я думал, что все. Покой нам только сидит. Блин, это еще и шахты, да? Блин, ребята, это, наверное, еще и шахты, скорее всего. А я специально там снизил скорость. Маслкар, вали нафиг. Так, у меня 9, у него 7 очков. Так что я первое место занял. Ну там пришлось, ребята, просто пришлось моментально снижать скорость. Иначе бы хана была бы, разбился бы. Перевернуться бы смог с полтыка. Так, это что-то мне не нравится. Шуман. А что у меня машина-то так еле едет? Есть. Такое с замиранием сердца, ребята, все-таки отчедрючил этого чучу. О-о-о! Надо было поверху ехать.
Ну что, что, что? Последним едешь, блин, Дрейв. Молодец, блин, да выпендривался. У него крылья нет, у него крыльев. Как он там прыгал-то? Не пойму, блин. Он в два раза выше, чем я прыгал. А, у него этот стоит. Все, я понял, ребят. Как оно там называется-то? Турбина на идеальное ускорение или как-то там? Прыжок в воздухе, кувырок в воздухе. Короче, при приземлении она ему дает офигенную скорость. Ты тупой, как валенок, Рэй. Пипец, блин, дебила кусок. Че? Да. Что я могу сказать? Да, он есть, да, он, блин. Пипец. Просто иди ты нафиг, блин. Машина вообще, ребята, не ехала. Просто не ехала. Так, подожди, подожди, не разгоняйся так сильно-то. Ух. Сейчас подкол, да, какой-нибудь, нет? Я уже просто тут думаю, что должна быть какая-нибудь это. Вот это не надо! Твою налево, ребята. Ну это было уже, знаешь, это уже была подстава в данный момент. Почему? Ну потому что он взял ускорение и, естественно, полетел. Я ничего бы даже там... Я бы даже ничего сделать бы не смог. Да куда ты, дебила? Ну ты вообще что ли, ну... Ты, блин, научишься играть, Рэй, за этого гонщика или нет? Даже тут нифига не получилось. Один размазался, ребят, куда-то. Сейчас посмотрим, что тут произойдет у нас. Первым! Первый приехал! Маслкар уделал, ушатал. Там на доле сек, ребят, буквально. И все время смотрю, когда он стартует, он, блин, на заднее колесо встает. Так, а там сзади еще он. Я думал, что я один на этом. Нет, ребята, еще гонщик один. Все, у меня 6 баллов. Первое место. Блин, нужна еще одна гонка. Ребята, пляжный кубок. Как думаешь, проедем мы на байке с тобой этот пляжный кубок? Подтянем ли мы песочные барханы и дюны или нет? Еще бы немножко, я бы просто перевернулся бы так. Поэтому, ребят, пришлось мне снизить скорость. Да, я знаю, в ущерб себе, но офигенно. Так, четвертый приехал. Ну, в принципе, если бы я разбился бы, тоже бы получил бы 0 очков. Он очень сильно боится воды, по ходу дела. Он как в воду попадает, все, ребят, сразу снижает скорость. Ах, ладно. А он тоже будет, ребят, ему это как воздух необходимо притормозить возле горючего. Иначе бы он, все, ему не хватит доехать. Какое место я получил? Первое место мое. И, друзья мои, 30 самоцветов. Да, да, ребят, 3000 кубков у меня в кармане. Вот что я тебе скажу, и не хватает ни шиша. Магнит, ускоритель дым, форсаж. Что за гонки? Дай-ка я проверю. А это, блин, луна. Маневр 400 тысяч. Выполнил. Ага. Ага.
Ну, поехали. На драндульке. Мотобайк, мотокросс. Задняя подвеска барахлит что-то вообще как-то. Не по-детски. Посмотри на вагончике. Родео, ребята, отдыхает просто по сравнению с тем, что он сейчас тут вытворяет. Давай ты. Ой! Обалдеть, он. Он встал! Звучит так. Он встал! Кто что встал? Не вздумай мне разбиться, парень. Я в тебя верю. Какой крутой подъемчик ты. Преодолел его. Молодец, красавчик. Раз это закончится это когда-нибудь. Непонятно, оно кончится вообще или нет. Это бесконечная какая-то. Давай, дотягивай. Что-то она какая-то бесконечная. Не, серьезно, друзья, а где, когда конец-то этой трассы? Едем, а конца ее нету. Ай! Пипец. Да она бесконечная, ребят. Просто бесконечная была. Ну, сам видел, сколько я ехал и... У нее не было ни конца, ни края. Еще не легче. Окей. Да ну это издевательство просто, ребят. Да встань ты. Ой, балбесина. Никаких ту-ту. Да. Фига они, ребята, устроили здесь. Нифига я на заднем ходу, ребят, проехал лучше, чем когда-либо. Ну что, поехали. Твою налево, блин, ты. С препятствиями, блин. Ну что я тут должен сделать? Чем больше разрушений, что ли, нужно нанести, или что? Закончено. Переплюнул Тархуна. Да, ребята, я переплюнул Тархуна, вот так вот. Где я тут, в каком месте ты? Команды... А, вот я. На 33-м, а почему 0 километров-то? Фига себе, 0 километров я проехал, как же? Вообще замечательно. Так, ну и здесь, по ходу дела, я не знаю. Здесь ничего нету. Вообще ничего нету. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.